Ви батько, і в мене тоді виникає питання, ну, можливо, як від батька до батька. Що треба закладати зараз дітям, оскільки дуже багато суперечливої інформації, дуже багато засобів комунікації. Зараз діти вже в чималенькому віці, там в 3-4 рочки, вони вже самі сідають в інтернет, ще читати не вміють, але вже цю інформацію споживають. Але яка роль батька і батьків взагалі в тому, щоб закладати цей стрижень? Тим більше, що ну, наші з вами діти, вони зростають зовсім не в таких умовах, так, як у вас були. Знаете, я считаю, что главное, что должны заложить родители в сердце своих детей, это любовь. Наши проблемы, в нашей стране, наверное, одна существенная есть проблема, это дефицит любви и сострадания. То есть я с детства показываю своим детям, как нужно распоряжаться своей жизнью, как нужно принимать участие в судьбе других людей. Я уже в 3 годика Вадика и Каролину отвез в детский дом, чтобы они раздали игрушки детям-сиротам. Я начинаю тренироваться и хочет тренироваться рядом со мной сыночек и доченька. Если бы я не показывал им пример, может быть, они не хотели бы тренироваться. Я прыгаю в воду и плаваю, и хочет повторить это и дочка, и сыночек. Понимаете, да? То есть ты должен показывать, что такое хорошо, что такое плохо, что спорт очень важен будет в их жизни. Поэтому Вадик уже у нас ходит и на плавание, и на ролики, и на лыжи, и на серфинг, и на танцы, и чем только он не занимается, потому что ему это нравится, он получает от этого удовольствие. И если он будет получать удовольствие от того, что он занимается спортом, и пытается получить правильное образование, это здорово. И если у меня есть возможность дать им то, чего не было в моем детстве, я буду считать для себя, наверное, самой главной целью, там, помочь им проявить себя, раскрыть свой потенциал и свои таланты. Я хотів би, можливо, це так дуже різко, але змінити тему на музику. Я не знаю, наскільки можна вважати, що музика несподівано прийшла в ваше життя. Чи, можливо, ви планували це? Чи як взагалі так вийшло, що от ми з вами більшу частину нашої розмови говорили про спорт, про дітей, про волонтерство, про таке інше, про благодійність? І тут Тимофій Нагорний, музичний продюсер. От як це взагалі відбулося? Как мне только не называли. Понимаете, человек, который имеет какие-то лидерские качества и менеджерские способности, он может продвигать все, что угодно и кого угодно. То есть, если обращался ко мне там, артист цирка и говорит, там, сделай мне там, цирковое представление, ты ему помогаешь там, реализовать его мечту. Если обращается ко мне спортсмен, там, который хочет завоевать там, медаль чемпиона Украины или чемпиона мира или олимпийского чемпиона, ты пытаешься помочь ему реализовать эту мечту. Если к тебе обращается артист, который хочет там, проявить себя на сцене, записать хорошую песню и донести до своих поклонников ее, ты попытаешься ему тоже воплотить эту мечту. Мне не важно, кто обращается в мою жизнь, я вижу, что если этот человек талантливый и нуждается в моей помощи, я всегда подставляю свое плечо. Я никогда не подписывал контракт ни с каким человеком, ни с артистом цирка, ни с спортсменом, ни с звездой украинского шоу-бизнеса. Я всегда вижу его потенциал и понимаю, что этот человек нуждается в том, чтобы и такой менеджер, как я, был рядом с ним в эту минуту. Вот и все. И так получилось, что звезды эстрады, а их было уже десятки, которые обращались, и я им помогал. Есть те, которые просили о помощи публично, и это проявлялось в средствах массовой информации. Есть те, которые воспользовались моими талантами, возможностями, и потом скрывают это для общественности, что именно я был вершителем их судьбы, и я был каким-то стимулом для творческого подъема. Тимофію, я зараз одну таку річ скажу, і для наших телеглядачів це буде цікаво. Я не буду називати прізвище, але от, ну скажімо так, люди шоу-бізнесу, артисти, коли я у них запитував про вас, вони, ну наче, ну не те, що обожнюють вас. Вони дуже до вас позитивно і дуже тепло ставляться. А коли я запитую, а як працювати вам з Тимофієм, вони вам кажуть, що ви як тато для них. Тоді в мене виникає питання. Шоу-бізнес – це досить жорстока та сувора
ну, така, це досить суворе середовище. Як вам вдається зі своїми підопічними, з тими, з ким ви працюєте, і з тими людьми, з якими ви працювали, у такі дружні стосунки вибудовувати? Адже, ну, для багатьох відомо, що продюсер має бути жорстким таким, наполегливим і так далі. Це вміння мотивувати чи показати людині перспективу? Що за секрет? Ну, я понимаю, чего хочет достичь артист, и я понимаю, чего хочу от него я. То есть для меня очень важно не получить какие-то материальные вознаграждения, какие-то там блага, или там повысить свою узнаваемость за счет артиста или за счет его достижений. Для меня очень важно, чтобы он участвовал в наших благотворительных инициативах. Для меня очень важно, чтобы он проявлял свою индивидуальную социальную ответственность. То есть я помогаю ему не потому, что я хочу иметь какие-то проценты от его контракта или эксплуатировать его популярность, да, и наживаться на этом. Я ему говорю, я помогаю тебе в этом вопросе, ты помогаешь в нашем волонтерском движении. Ты посещаешь детские дома, дома престарелых, участвуешь в жизни ветеранов, инвалидов, тяжело больных, там, беспризорных. Там. Такой ченч, такой обмен. И если потенциальная звезда соглашается на эти условия, тогда я помогаю. Если нет, я говорю, тогда будем через другие системы коммуникации показывать, как работают другие звезды, как они участвуют в судьбах нуждающихся людей. Для меня, повторюсь, очень важно, чтобы они становились волонтерами, они совершали какие-то бескорыстные поступки, они делали так, чтобы в нашей стране стало как можно меньше нуждающихся людей. Соціальна відповідальність, я так дивлюсь, для вас дуже серйозна тема. Але як до неї залучити взагалі людей, оскільки, ну, на жаль, ні економічна, ні будь-яка ситуація в країні цьому не сприяє? Я вважаю, що потрібно привлекати як можна більше людей, які розуміють закон Вселенной номер один. То есть закон, который есть во всех религиях мира. Это закон бумеранга, если просто говорить. Или, как в науке говорят, закон сохранения энергии. В Библии это золотое правило. Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. То есть если ты понимаешь, что там, где приток, там и отток. Если ты понимаешь, что ты, если хочешь что-то получить, ты должен что-то отдать. И если ты это будешь понимать, ты будешь успешным человеком. У тебя всегда будет все хорошо. Если ты будешь участвовать в жизни нуждающегося человека, точно так же будет в твоей жизни кто-то участвовать. Это очень важный закон Вселенной. Это духовный закон, который говорит так, что если ты кому-то помог, ты стал сильнее, ты стал мудрее, ты стал опытнее, ты стал успешнее, ты стал добрее. Это очень важно донести до молодежи. Очень важно, что если ты будешь сидеть сложа руки, в твоей жизни ничего не будет происходить. Если ты будешь критиковать, если ты будешь осуждать кого-то, в твоей жизни будут проблемы. Ты выбрал свой путь с проблемами. А если ты будешь улыбаться, если ты будешь радоваться тому, что у тебя есть, и еще делиться этой радостью с окружающимся, у тебя будет все замечательно. И ты будешь не лузером, а реально активным участником в этих процессах жизненных. И очень важно научить людей отдавать в этой стране. Если мы научимся отдавать, научимся принимать участие в судьбе нуждающихся, в нашей стране будет все замечательно. У нас придет прекрасные люди во власти, у нас будет самая процветающая страна в мире.